сегодня 8 февраля 2023 года. Мы на мосту Барнаульском. Вот рядом опь застывшая. Мы пришли. Я один не мог дойти до сюда, нога болит. И подвернулся Владимир Иванович Пенкин. И вот он меня тут провел. Ну, я на тот случай взял его, чтобы... Тут речной порт был, мы снимали. Оказывается, этот речной порт продали и все сломали. И теперь тут опять вот такие большие здания будут стоять. Вот так. Ну, тут руки нужно снимать. Вот так. А это вот тут на горе, какой храм раньше был, сломали, опять сделали. Милости Божией. Вот мы пришли посмотреть. Тут не видать никого. А там, где проток, ну, не проток, а там губа называется, за этими домами, там рыбачат. Вода не проточная. Вот смотрите, какая идет. Три ряда здесь и три вон за туда, в обратном направлении. Вот такие машины огромные.